в таких условиях, что, извините, нам уже деваться некуда. Я говорю, мы каждый день ждем, что на нас упадет потолок и стены обвалятся. Они живут, конечно, в шикарных условиях, им не хочется переезжать. А нам хоть куда-нибудь, хоть чтобы, пусть по крайней мере, живыми остаться. С нами и будет и, жить. Чтобы дома не рухнули. Это центральный округ. Это центральный округ Басманного района. В центре Москвы. Представляете, люди, в каких жилищных условиях живут? Таких домов в городе Москва очень много, много по всем районам, поэтому это программа очень важная. У меня хороший дом, давайте поменяемся. Давайте. Вы в каком районе? Вы в каком районе? В каком районе? А я в Нижегородском. Вот у меня суперский дом сносят. Вы можете понять, за что мы боремся? Вот вы понимаете, за что мы боремся? За что мы боремся? Мы боремся за то, чтобы сносили ветхое и аварийное жилье. А хорошие, крепкие дома ставили в покое. Мы должны быть вместе. Мы должны быть вместе. Вот мы пришли к вам. Мы с такого дома. А вы нас провоцируете. Если я купила свою квартиру, это моя частная собственность. Никто не может за меня решить отобрать у меня ее. Не две трети собственников, не 100% собственников моих соседей, не 150%. Акция не согласована с органами исполнительной власти. Это акция нервей, с какого согласования, с какими органами, с какой власти. Мы имеем право быть на этих парламентских слушаниях. Мы просим пройти. Вот и все. Никакой акции нет. Мы пришли с конкретной просьбой. А вы подавали заранее фамилии, списки, чтобы попасть на эти слушания? Более того, я была в этом списке до субботы. Я была в этом списке, а в субботу меня вычеркнули. А требование у нас одно – попасть на эти публичные слушания. Мы не понимаем, из кого они составлены, кто там сидит в зале, потому что представители Москвы стоят вот здесь. У меня все оформлено, заявка. Но я сейчас попытался пройти, мне сказали, что заявки нет. Ее потеряли. Но, видимо, моя позиция не устраивает организаторов слушаний. Как нас сделали? Слушайте, без вас так спокойно было. Да, кстати, нормально было. Уважаемые граждане, уважаемые правительство, не граждане. Просто совершенно потеряли рамки такие и сякие, все уже делают, что хотят. Ни с чем не считаются, вообще ни на что не обращают. Они даже не думают считаться. Поэтому понятно, абсолютно, почему народ Франции Бастилию уничтожил, потому что уже была свобода слова. Слушай, ну, с другой стороны, у нас все молчали. А сейчас вроде начали потихонечку говорить, а уже так уже заворовались, так забрали, что уже... Они же не могут с этой, конечно. Здесь реально представители улиц. Мы! Говорят, что нет. Мы! Мы! Лично! А мы отдали заявление на это. Мы отдали заявление на это.